Мастерство подрывного дела совершенствуют белорусские военные инженеры. В качестве тренировки они снесли ветхие строительные объекты на территории одной из воинских частей. Башню подорвали с помощью тротиловых шашек и электродетонатора. При этом точно рассчитали траекторию падения. В реальных городских условиях и особенно в жилых районах такие маневры требуют тщательной подготовки, составления схемы точных расчетов. В течение 2 лет помощь подрывников понадобилась при сносе более чем 120 зданий.